Здорово, приветствую всех. Добрый вечер. Хотя у меня уже начал. Господи, что ж... Паруха ты. Так, ну посмотри, что здесь вообще продается. Блин, давно не было на столице повстанцев. Точнее, вообще один раз был всего лишь, но все. Зайцы почему-то появились на карте. Это странно. Ну, очень странно. Так, что у нас тут есть? Мешки и прочее обудение. Я там ценники. Офигеть. Я думал, здесь у них машины можно покупать у повстанцев, но что-то как-то, блин. Как-то печально все. Это очень плохо. Так, 1000 золотов у нас есть. Нефти. Я вот реально без понятия, чем заняться в игре. Только если нефть пойти свозить, но, блин, что-то такое себе занятие, по-моему. Машина? Да, машина пытается. Но он явно не яблоки там возит. По-любому, Ливаном там. Или... О, на черепашек поехал. Замечательно. А тут я понял, что у меня ПНВшка с собой нет.
Так, проблема в том, что у меня кирки нету. Насколько я помню. Сразу. Окей. Тогда есть вариант второй. Сейчас, мне кажется, там... Базу никому не продали здесь? Картелевцы. Походу, никто еще не купил ее. Что весьма странно. Да, ну что такое сюда уже летать без ПНВшки. Стэнфорд в полиции? Что? О боже. Блин, а как ты просто дохренище? И тут такие 4 аргешника беспалевные.
Да, зря вот он не полетал. О, он вернулся. Бля. Легенда не опасно. Я неудержимый. Ты что, как на стрелку сходил? Да прикиньте, пидорасы нас, блядь, завели в темноту и воспользовались, что у нас нет ночных глазиков, блядь. Мне нахуй ебало прострелили, ну ничего, бля, будет утро, им пизда, блядь. Тссс, тебе деньги отпускают. Хорош. Даем твой. Блядь, мне наши отрядные ребята зовут поиграть в КС. Но нет. Я, пожалуй, тоже откажусь. Рубины ты тут не добудешь, но прелики вот, полные, думаю, найдешь. Вот, только вымаливай 10 пиздюлей. Бля, шафер доебывается. А ты делай, как я. Нет, ты чё? Я чё разлетал сюда? Не надо, не надо. Да нет. Да ну то, что не разговариваю, просто нечего сказать. Короче, блядь, сказать вообще нечего, не знаю, что сказать. Нет, пошли, ну что, блин, скучно как бы, блин. Ну, что-то заняться надо, что-то знает. Хорошо, хорошо. Блин, ты не... блядь, господи. Опять блядь, как в почках. Давай, давай, старый, поднимайся! Ладно, я заебал. Добивай его, лечит, мужики, лечит, добивай. Давай, давай, лечит. Биноклем его. Бля, смотрящему ой. Плохо. Да-да, все, нормально. Ой, блядь, ой, давай, все, он тут, короче, не смотрящий уже. Двух рук получил, вот, третина. Махач, махач. Бля, моих жмыхов в черных футболках обижают, бля. Понятно. Тут ранен черных футболок, тут будет иметь дело с черной смертью, блядь. Бля, не забоялись, смотри. Да ну что, ну, блядь, а значит. Этого еще от парня, вот, блядь, с киркой. Чего такое? Просто говорю, смотри, в МЧС мне не хочется, мне в МЧС надоело. В копах, блин, в копах требует задержку. Гопничать мне не хочется, по факту. И чем, блядь, еще заняться? Не знаю, нечем заняться. По итогу. В медиках скучно, в полиции задержка, а в гопниках такое себе.
Чай, блядь, научу, как с мигалками, блядь. Хуйня. О, что-то серьезно случилось. Алле, Хокбар, медики бухие! Обычный медик. Опять набухались. Отойдите, пожалуйста. Вы, блядь, медики опять нажрались. Спасибо. Медик, лечите, медик. Где лечи всех? Медик, ты чё? Заглуши эту шутку. Подождите. Жить надоело тебе или что? Ментов вызывайте, он тут ПДД нарушает. Никто не нарушал. Нарушал, нарушал. Столбы позбивал. Падает. Вон человек раненый, в гипсе уже. Это я его. Вот-вот, сам, слышали, он тут признался. Пиздец, это все, я же вам рассказывал, что мне, блядь, пуля попалась и гипс наложил. Да там копы вообще такие нищенские, господи. Отскочила? На нет, не кушали туда заходить. Остатки, блядь, были. Да там тут то же самое, нихуя ничего нету. Да, это моя рафатка, блядь. Так там еще копы дебильные. Вот такие, господи, ущербные копы, блядь. Понабрали там по объявлению. Всех ебал, блядь. Да, тебя вижу теперь. Так вот, блядь, синенькие вам. Нахуй. Вылечил основные, критические ранения, то все равно надо. Я, блядь, я тупо нахуй. Если хотите здесь. Ты, блядь, все нахуй жмых, блядь. Опа, бля, нихуя, еще тут, смотри, еще. Бля. Вообще не можешь. Ты че беспределишь, что стоит? Голубые черных бьют! Ты че, блядь, слышишь, иди свой кирку. Мне руку ебануло, погоди. Станцию держи. Станцию, блядь, ты держи. Фоны и борода, нет чего обижать. Они убогие, че с них хотите, блядь? Мы убогие, да, в смысле, нет! Ты че? Не убогие, не боись. Спасибо, да. Наполовину только, да? Ты в футболочке пришел сюда такой, типа, вальяжный. Думаешь, надеюсь, не футболку, все можно, блядь. Это вообще не значит, что все можно. Здесь я, блядь, решил, что все можно. Ушел отсюда. Я тебе сейчас, блядь, развернусь. Кто я, блядь, такой? Развернешься от удара, блядь, пролетит. Спокойно, спокойно. Лопа-лопа! Ты охуел? Голубы атакуют, я ж говорю, голубы атакуют. Так, ребят, ну что там? Мы ничего, у нас конструктивный диалог тут. Мы просто сыпемся оскорблениями друг на друга, ведь мы цивилизованные. Не, ну знаешь, вот, есть дрянный куб, а есть более-менее такие, с которыми можно пообщаться. Ну, уважаешься, не можешь. Ну, когда пытаешься с кубом пообщаться, а он тебе... Вы имеете право хранить молчание, вы имеете право хранить молчание. Ну, блядь, пиздец, короче. То есть, человек не может признать свой косяк, и поэтому он начинает на тебя гнать. Иди сюда, блядь. Нормальный куб признает свой косяк. Я тебе обещал, блядь, и сломал. Или там сомнет ситуацию. Давай я с тобой хочу. Ой, я не могу, а как так делают? Ну что там, чмака есть, что ли? Как ты поднял руки? Алло, ты тут? Благо просто собрал. Ну вот как ноги, так руки. А, бля, без проблем, вот я ноги поднял, да? Не-не, ты это, немножко правее бери. А от ноги правее бери. Нашел. Во-во. Только подмышкой, фу, бля, ты что, подмышкой не моешь? Я как я не мою, бля, в этой куртке родился, бля. А как это выключит обратно? Shift-B еще раз. Бомбанин. Моя подмышка, не трогай. Кика выходит. Мой бронелист. Шеф. Тут медики героином торгуют. Вон медики героином торгуют. А чё ты сейчас стволом тут? У меня тут точка, я держащий то, я смотрящий этого рынка, алё. Медики. В копах там сейчас, знаешь, те, кто пришел из пострелушек. Они с пострелушек пришли в пострелушку. Вот Голден, вот взрослый человек. Объясни мне, пожалуйста, ты считаешь целесообразным в городе Ковалы, где постоянно куча народу? Тут дети должны играть. Строить какие-то дополнительные объекты. Правильно. Закон! Тут дети пришли играть в баскетбол, они тут понастроили. Вот ты честное слово. Видел, закон! Голден, закон! Пожалуйста. Иваныч, это для нас что-то дорожку сделали. Шеф, давай хлестуем. Закон! Это не мое все. А ФСБ? ФСБ или что ли? Закон! Боже. Слышь, сам себя арестую. Я всех арестую. Но это тебе так. Я тебя сейчас арестую. Стоп, ты что тут забыл? Тихо. А у меня рынок. Ну бери эту штуку. Ай, господи, интерны. Ты как со старшим разговариваешь? Понизили, накосячил, да? Рынок, конечно, у вас. Чуть-чуть, по процентам серьезно, у вас вот какой охранник с киркой очень страшный. Блин, надо медики убрали. Да, блин, у вас такой бардак. Джексон уже тут. Таких высказываний воздержаться. А что происходит? Да ничего происходит. У меня бардак, как у Санты, что мне запрещено? Опа-опа! Сотрудник. Живой?
Ну хотя бы. Ой, нормально. Сейчас. Ты как раз не был, офицер. Я тебе сказал, чтобы ты перепарковал машину, в смысле вы, да. Он предупреждал. Отлично. Вы чё себе, ебать, друзей нашли, так разговариваете. Героином торгуют, смотри, там это. Машину перепарковал, блядь. Товарищ медик, у меня кровотечение. Кровотечение сейчас будет. Так это месячный, брачень, ты ещё тампакс ему дай. Пожалуйста. Ну там пакс, бери брачи. Спасибо большое. А ты что сюда пришел-то? Аж так я дежу, ты еще. Где? Прям я в ночной баскетбол пришел поиграть. А хочешь подзаработать? Фокс. Пойдешь потом на него? Не, того не пойду, сама. Там это, там обоссанные копы. В смысле? Я их обоссал. Вообще-то они везде обоссанные, или? Нет, здесь еще более-менее адекватные. А там совсем обоссанные. Так, ну что, давай начинать пока что. Господа, не начинайте пока, можно вопросик? Да, да. Так, убери эту штуку дрюки. Да, короче, смотрите, о, такая ситуация. Мы тут двигались с другом на двух грузовиках. Вот, и получилось так, что они взорвались. Посмотрите, вот, они были сука. Со страховкой взяты, но почему-то не появились после бури деньги вернут. После бури. После бури, да. Только деньги, а не когда машина. У нас? Следите за прогнозом новостей. Через... Нет, через 2 часа. Через 2 часа. Через 2 часа. Блядь, ну придется новые покупать уже. Медик, ты с нами хочешь прокатиться? Нет, спасибо. Не, делаешь тебе. Не-не-не-не-не. Да-да-да, ты ему это предложи за коленку подержаться. Ну надо по очереди тогда. Я думал, мог бы кто-нибудь отвезти. Ну ладно, поехали. Давай я вас отвезу, ребята. Что, будешь объявление делать? Мы сами. Дальше. Слышите? А куда вы едете? Подождите. Все рассосали сразу. Да, по делам. Я за всех возьму, мужики, не волнуйтесь. Я договорился, я вам рюкзак побольше взял. Я не против там что-нибудь. Так, я пришел. Давайте, хлопцы, насыпайте. Как там это, господи? Бля, сейчас вспомню. А, вот, сладость или гадость? Гони сладость. Или насру тут. В очередь за голубым. Точнее, желтым. Он голубый. За желтым, вот, да. Да, я знаю, там сам придет катается с думиком, но... Ну, и там своя атмосфера. Че, я к ним наездился буду? Нет, конечно. Что там карманы себе забиваешь? Давай, делись с нами. Сейчас, подождите, имейте терпение. Вот сейчас возьму и не поделюсь. Да, началось. Давай, шеф, насыпай. Здравствуйте. Добрый день. Офига себе. Вот это я люблю по венам. Знаете, еще замажете вены. Да, побольше тампаксов. Да хватит, иди ебать. Губа лопнет, ебать. Не носи, брачи. Чё там так долго-то, очередь не задерживаем, ну. Там мы-то чпокаемся! Да там блок, там блок. Здравствуйте. Да какие блоки, ебать, можно ваш документик? Чувствую, только 4 человека будут кругами ходить. Какие круги? Никаких кругов. Чё ты на нем стоишь? Не понимаешь, что уважаемый. Ну, спасибо большое. Пожалуйста, сразу не обратились. Синяя. Так, что-то я забываю уже сегодня потихонечку. Забил он это дело. Все, ладно, лежай. Здравствуйте. Документик ваш. Секундочку, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Я так заранее. Фига, там бухло что ли раздают? Вот это там чемодан расходит.
Не, надо реально забивать, как чужак. Ну все, всем достанется. Всем достанется. Дядя всем! Спасибо, Тила. Пожалуйста. Документ показал. Ну все, по полной меня затарят. Не боитесь, всем тампокса достанется. Только учтите, все, что мы даем, это исключительно, как это, ректально. В мирных целях. Ну да. Та-та-та. А чёрт его знает, какую карту там, блин? Давай сейчас про это открывай с пацанами. Ну, боже, нашел кого спрашивать, когда Рима стримит. Спроси у Римаса, когда он стримит. Все? Да. Спасибо. Пожалуйста. Ой, еле дождалась, еле бабка дождалась. Здравствуй, лечок. Что, есть там что нектарное? И там боксов побольше. Я ими какаю. Бинтик. Давай, давай, ничего. Вот это хороший тампакс. Во-первых, бабки за тычка. Давай еще че. Я еще зря стоял чуть. Еще бревно? Да, да, давай, мешок. А ты выше это бабку не трогай за жопу. На тебе три бафа, вот отстань. И вот на тебе бинтик. А по венам бабки надо кальнуться еще. Я знаю, у тебя сейчас, есть. Сейчас бревно дам. Так бревном не колешься. Его колят. Не колется им. На пенек все касать должен. В магазин вы пошли. Забыли. Кто? Кто? Ну если он был, тогда можно я еще раз? Точнее, я впервые тут. Лысый. Еще раз объяву. Я тут занимал, уважаемый. Дайте нам чё-то. А я тебя пыхну. Ой. Вот это я люблю. А мне, почему мне не дали? Дайте мне один. Так я ему дал. Так он забыл. Так мне и дали. Я в очереди стоял. Нехороший человек. Дай ему. Да, взял все забрал. О, да. Дай мне один. Чё, я тебе ногу штопаю. Штопай. Дайте мне. Он все забрал. Дайте мне один. Дай мне один. Да возьми из машины, я объяву еще раз. Да не ты из машины, я из машины. Можно я из машины возьму что-нибудь? Вот это нормально так. Нахуя туда? Вот это вообще, ух ты ж. Так, я на КПП. А можно там резиновую девушку взять? А, давай, окей. Так ты мне дашь или не дашь? Вот лежит под ногой. Почему мы на КПП едем, нет? Нет, никто не едет. Слушай, можешь просто написать, типа, это, машину с гуманитарной помощью до сих пор в городе Ковало, приходить с бафаутами. Ну, можешь так написать. Так сразу все прибегут. КВ напиши, блядь, Зингер, Белка. Зингер, Белка, блядь. Потому что тут один дурак, блядь, всем пропагандирует, что вы там засланы, там туда-сюда, никто не хочет сходить. Кто там, что сейчас мы с ним разборемся, блядь? Мужики, но давай там скальпель и бери. С бородой там, короче, главный. Иди там, Фокс, разберись, блядь. Дядя, ты сейчас. Комментов набрал, ебанешься. Роберто. Мужики, кому героина? Вон там медики раздают быстрее. Фокс, блядь. Там вон медики, смотри, героин смотри, раздают быстрее. Этот жмых кого-то узнал, бля, его нужно убрать. Да, что-то много знает. О, фига. Знакомый, да, пидорас? Братиш, есть? Ты хочешь пых-пых? Блядь, все, так тебе и надо. Камень в почках! Иваныч. Сейчас выйдет, рожай, тушься. Тушься давай. 5.45, блядь, 5.45 и не дешевле. Камень в почках. Тушься, сейчас выйдет. Давай. Сейчас, братиня. Бля, у него бревно вышло. Пиздец, мужики. У него пукан порвался. О, хорошо! Хорошо! Ух! Ох, не зря сужился! Фига ты натужил-то! Да, боже, фига себе!
Ну все в крови, блин. Фокс, мы тебя драть идем. Нахуя мою бушку? Меня... Давай в машине хотя бы. Давай. А чё у меня стресс? Быстрее, пошите, отодрём. Данилыч, Данилыч. Шо? Кое-как, ну, а чё кое-как? Нормально размещен. Печенье. Работает и работает. Ещё это, как его, блядь, отправляю цену. А вы чё не подходите за медикаментами, за гуманитарной помощью? У меня, блядь, господи, я был замом начальника МЧС. Заткнись, медикаменты. Ты сейчас моя шатка. Да, блядь. Давай, давай, драку, драку. Блядь, Данилыч, ударь его. Подожди, мне руку свело, бля. Похуй, что он наш старший сержант. Ударь его. Подожди, бей лысых. Бля, подожди, дай морфин введу. Медик, медик. Нет, только не бойся. Херач, у вас кирки, с кирки, о херач. Да вы не пришли на гуманитарную раздачу. Все, он вышел, короче, за рынок, пизди его. Тебя ударил? Тебе больно? Во мне? Да, он ранил меня. Да. Граждане, почему вы не приходите на гуманитарную раздачу медикаментов? Там красный крест! Там героин раздают, мужики, героин раздают, пошли за героином. Вон там медики героин раздают. Где за героины, мужики? Бля, надо ему, короче, Ивану дать. Что это? Тупой, шо ли? На свай, бля, есть? Вот, Джексон, давай раздавай это. Документы ваши покажите. Сейчас он закинулся нормально. О! Было, времени нет. О! Опа, хорошо, давай всем раздавай. Да пошли мы, блядь, с тобой. Старпер, давай к нам тоже. Что ты там вставил? Кто раздают? Да Герри что-то раздают. Так, начальник, давай это, торкнемся, блядь. Вон, быстрее, давай, это по минам там, забирай. Так, а ну не толпитесь, по очереди. Так ты получишь ничего не получишь. Короче, мужики, предлагаю, короче, отпиздить двух медиков, забрать машину. Да, это, короче, не медицинская машина вообще. Тихо. Все, ломаем. Медик. Кто? Больше так не думайте никогда. Кого это я говорю? Еще раз, можешь его завязать, пожалуйста? Нет. Пожалуйста. Нет. Так это, товарищ начальник, а Волк на связи? Какой Волк? Ну, там у вас медик есть, Волк. Разве? Он вроде кепку был, нет? Ну, Вульф или как там? Я починю сначала. Медик, в общем, раз вы так столпились, знаете, разбирайте. Давай, налетай, мужики. Ну, конечно, что-то летит. А что, еще что-нибудь будет, нет? Да. Бафауты, главное, пихаем. Копшуны, блин. Больше бафаутов. И медик тоже. Профинчик, блядь. Ой, как тут, вот. Бля, и Шкода, и вертолет одновременно, мужики, ща оглохну. О, боже. Спички мои забрали. Спички. Самое главное. Чё ты какие-то странные? Коп, сраться. Охуенно. О, нож, блядь. Сука, нож спиздили. Капец, коршуны, блядь. Все, я наутался. Курлык, блядь. Мне за глаза, бля, я стал сучкой правительства, походу. Да. Че, пусто, нет, этот жмэк пришел. Здравствуйте. Бля, менты едут, ты спасайся. Нет, эти тоже жмахи. Пипедики едут? Волк! Думчик, ты че, живой, что ли? Бяка, бежим. Какой Думчик? Какой Думчик, нафиг? Не называй меня по имени никогда. Это Рубен. Данилыч. Сейчас фокусируемся взглядом. Меня слушай, извините, а ты не перебарываешь? О боже. Финчиком закидываешь. Да не морфинчиком закинуть, а ты про твоего этого. Ты нормально, пусть разбирает. Бля, спроси еще раз. Зато болеть не буду. Уважаемый медик, есть это в рюкзаке? Рюкзаков, к сожалению, нету. Ты же пришел сюда тогда. У нас гуманитарная помощь в виде... Опа. Ой-ой-ой-ой-ой! А ну стоять! Беги срочно. Что я плюнул в спину. Это бан, короче. Это да, что это бан. Ну, что? Так, вам медик требуется, уважаемый. Ты исключен из нашей команды. Медик что требуется, медик. Где? Я просто это. Да, или медика. Машину смотрел. Где требуется? А что такое бафут или что-то? Бафаут это чтоб ты бегал 5 минут без остановки. Это нутелла, только без вкуса говна. Она еще. О, бля, чтоб ты бегал, тампоны. Где там чё, варишься? Показалось, ужали. Да, тампоны не забываем.
В смысле не закупаешь, ты у меня 10 штук их взял. Да, домчик тут и снайпер там где-то катается. Ну, не там сервер, я уж не знаю. Фонарики у кого-то. Фонарики у кому-то там весело стало. О, блядь, всё пропало. Отойдите, пожалуйста. Доктор, это ему простату надо проверить. Отойдите, пожалуйста. Сейчас будет нетрадиционная медицина. Уйдите, пожалуйста. Ты ебать будешь? Меня-то нахуя? Снесите. Хули ты сзади стоял? Сказали, понятно, что с твоей нетрадиционной медициной. Кто крайний? Во. Да вон, подходи к куче, набирай. Тихо-тихо-тихо, все. Тихо, медика, медика. Медика, медика. Подожди, сейчас наберу на всякое, на ши, на свои и так далее. С ночь шейка. Героин, бери его. Бафаут, нахер он, блядь, нужен. Ну пошли посмотрим Син-Сити, если у меня он есть, я уверен. Бафаут, что вообще дает? Бегаешь без остановки 5 минут. 5 минут бегаешь как... А что додосить? Охуеть, а додосить можно 5 минут без остановки. Так, если хотите, вот бандана зверя есть, могу отдать. Всё, ща рынок будет работать. Блядь, не фиолетово, где Римас? Я ему не это секретарша. Зайди к Римусу и спроси, короче, где Римас, ты где? Берем, и у меня такой план. Продаем все, что нам багрит. Ну то божак, дальше заходи там. А где Синити? Где там? Где там прочее я начинается? Я сказать не могу. Че за? А. Сейчас перезайду. Ну не то, что защиту поставили, там просто серак принесли, там что-то куда-то в Европу. Да, кстати, там это... Женьки, короче, по новой переоткрывает... О, господи, Новос. Ну, пока еще не ясно, когда это... Да, секретарь, ну, о, господи, там это... Made my game в медиках. Настолько секретарь, что, господи, там... Что он ушел, короче, из стримеров. Форест, Форест, Дима, что? Мусин, о боже, там Мусин. Лукас. Ну, в общем, сейчас зайдем, посмотрим. Я уже говорил, ребят, кто хочет, чтобы Синий вернулся, скиньтесь ему на этот ИБПшник. И возможно он вернется. Возможно. Так, вроде у меня, кстати, подключение настроено, там где-то что-то было. Да, 30 человек. Сейчас Фокс такой заходит, и там хоп, 5 человек на острове остается сразу же. Такие, о, нет, Фокс заходит, давайте свалим отсюда нафиг. Так, смотри, там 9 копов, па-па-пам. 2 медика. Боже. Я в доту не играю. Мое личное мнение, что Дота не очень. Вот интернешнл, да, интересно смотреть. А играть в Доту неинтересно. Значит, есть такие игры, в которые интересно смотреть, но неинтересно играть. А если наоборот, вот интересно играть, но неинтересно смотреть. Ну вот сейчас узнаем, тот не тот. Может какой-нибудь не тот. А может тот. А боже, ненавижу эти составки дурацкие. Кто их вообще придумал? Музыка на старте, вот это вот пробел нажмите, никому это нафиг не нужно. Стоп, это походу тут тот. Потому что там дежавю. А в смысле? А при чем тут домчик вообще? При чем вообще
Что-то я пропустил, что ли? Да, паспорт, да, ты там, типа, возраст, там, рост, там, что-то рожа настраивается, но что-то их забил на это дело. Так, ну, сразу скажу, здесь какая-то стрёмная такая карта, как обычно. Ну, типа, но пиксель, там, ля-ля, тополя. В смысле, покажи, как тебе покажи его? Ну, там на входе что-то показывается. То есть надо, чтобы кто-то мне подошел и показал свой паспорт. Сейчас мне кажется, что... Короче, сопей. А на фоне? Ну, да. Не знаешь, что они там авкают? А, братюн, Saints Row 3 это просто божественная игрушка. Я в нее играл? Я когда в нее играл, я просто, блин, просто вообще жесть. Просто офигенная игрушка. Особенно, знаешь, в самом конце, там, где этот... А, нет, господи, сейчас даже врублю. Вот эту песню, когда тебя там заставляют выбрать, блин. Да, господи, началось. Да без понятия сколько. Ну вот эта вот песенка. Да, это походу Дима реально, кстати. Блин, не работает, короче, ответить. Ну все, сейчас, короче, Диму найдем. Тест. О боже. А вот так вот? Окей. А Диму и Дижеву сейчас найдем. Сейчас они, точнее, меня найдут. Что я тут совсем бомж. Блин, я же одежду вроде покупал, не? Что-то как-то странно. Очень странно. Настыгание. 3700, а, боже. А вот еще, короче, есть. От нее же песня. После начала там, когда они тонут. Every now and then I get a little bit nervous that
the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified. I can't see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I get a little bit restless and I dream of something wild. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Микки, Да чё говорю, только начал. Ну, почти только начал. Бля, у меня наличка на руках, господи. Ах ты ж зараза-то. No, it's Rock, Sin City. Здорово, Борис. Ладно, хоть мобильник есть, господи. А здесь тут остановочка есть. А он пятихатку стоит. Зараза-то. У нас там есть Сити. Боже, какая же неудобная карта-то. Во. Сейчас я жду, что ответит. Я вот и жду, что ответит. Да, господи, какой Big City Life? Да вообще забудь на этот Big City. Это но пиксель там плюс еще, господи, новость, что-то там такое. Ну там, но пиксель. Что-то молчит. Клэр Сити, отлично. Все, музон врубаем нафиг.
А чё РПши там сидят, пиво делают? Сейчас мы тут будем ехать. Ой. Сейчас, короче, Фокс будет отыгрывать школьника какого-нибудь, не знаю чё. Так что сразу заглушайте уши. Паша. Так, ну здесь я вроде уже был, кстати, в этом городе. Да что топово сейчас найдем? Дежавю Дима, что-нибудь пообщаемся. Да что дед? Дед-то дед. Там и, господи, снайпер стримит. ДТ, господи. Марина вроде стримила. Что-то я от аэропорта, знаешь, что-то вообще никак не уехал. Ну боже. А чё грустно? А чё радоваться? Пока нечему радоваться. Я мне сижу, что-то не знаю, носом шмыгаю. Ну, сантехник, господи. О, господи, какой-то школьник тут прибежал. Ну ладно, хоть модератор есть в чатике. Не, ну я понимаю, что парню интересно про одну вещь узнать. Он просто всегда об этом мечтал, но стесняется спросить, на что поделать. Смотри, какой элегантный. Вот, вот прям для Фокса. Ну, господи, маленький засранец. Не, чё, хопа. О, отличный. Дурки поднимаем. За 13 это. Боже, а где это вообще? Ой. А, нет, не то. Здесь 6-я ЗС, окей. Товары. Блин, там женский бутик есть. Пошли, короче, на лифчики посмотрим. И это. Да-да-да, хоть раз в год. Ничего, ты еще намахаешь свою. Так, что у нас тут есть? 1500 раз, о боже мой.
Ну, в смысле, Дима ушел? Началось. А, боже, короче. Походу, РПшка отменяется. Требуется девушка, чтобы совершать покупки в этом магазине, что? Окей. Ну да, да беда, печать, что сказать. Дима нас бросил, как обычно. Я сомневаюсь, что мне денег хватит на машину, кстати. Зона крафта. Димка, Димка, вот как обычно он постоянно куда-то пропадает. Конечно пойдет, блин, у Фокса 2 часа ночи. Я кого-то вижу. Она что, стримит что ли? Или откуда ты знаешь? Ой, господи. Квадрик, что? Так, и как сейчас там гражданскому тут зарабатывать? А, ну вот так вот, если... Я хочу себе такой... Да, еще права требуются. Пока я на самом стриме. Угу. Господи. Просто в рот мне ноги. Километр бежать за лицензией. Ты издеваешься. Ну вот кто придумал ставить лицензию в километре от магазина? А кто спрашивает, почему Фокс такой злой, противный и негодяй вообще? Потому что Фокса постоянно троллят. Зашел тут Дима, дежавю. И Дима уже съебался, держи где-то там без денег бегает. Все еще стримишь. Вообще-то он еще не переродился, братья. Там еще даже не решили, на какой карте он будет перерождаться. Так что до перерождения там еще ого-го. И так что такое себе. Да там скорее City Life уже в 50 раз переродится. То там мне уже опять, короче, пишешь, что вот там. Вон, City Life, там, ба-ба-ба. Что поделать? Там кто-то бомж бегает. Не, в январе я уже, скорее всего, с армой завяжу. Как-то не печально или не весело звучало бы. Ну, такие вот дела. Да, City Life вообще плодовитый. Причем, самое что, тупое, Лех на своих же ошибках не учится вообще никак. Что штампует одно и то же. И постоянно одни и те же косяки. Нахрена спрашивается, ну, дело его, наверное, нравится человеку. Почему бы нет? Окей. И, кстати, в этом месяце я смотрю, куча сироков понаштамповалась. Причем такое количество, что просто жесть. Юджин, ты чё, ник поменял на Твиче, что ли? Или чё? Ну-ка, рассказывай. Юра Макавелли, хотя, блин, Юра Макавелли точно же.
Там никому City Life уже не нужен новый. Вообще никому. Эра City Life уже немножко... Ну, блин. Первые 3-4 раза было весело. Но потом как-то такое себе стало. Какую там категорию надо было-то? А, жесть! Ой, боже. По-моему, блин. Как я мог, блин, я тебя полгода не видел. Началось, как я мог. У Фокса нету памяти. Что такое, вон? Я в салон красоты пошел, все. Фокс блондинка. Где-то я вот эту штуку уже видел. Бля, менты! А боже, спасайся, метеоры едут. Ого-го! Смотри, какие причесун-то, ёпта. Что-то мне кажется, что это вот это вот. Вот это вот. Да, это вот это вот, короче. Ой, боже, мои уши это не вытерпят. С матраса я. Копейку. Копеечку. Так, что-то я хотел, машину их хотел. Техраздел. Брачи, не уберите с форума вот этот дурацкий снег. Спасибо. И форум у вас такой страшненький. Вот зайти на какой-нибудь там, господи, Генезис. Или Экстрем. Вот нормальный форум. Нормально, короче, это. Да, прическа это преступление. Особенно там волосы длинные. Не, я сам как веб-разработчик, блин, знаю, что вот этот снег был популярен там, не знаю, лет 20 назад. Но, блин, сейчас никто снег на форум не ставит, потому что, блин, нафиг он не нужен. Да, вот именно, что без обид, но, блин. Вон, на Бекетове нормальный форум был поначалу. Потом они взяли кого-то, черта просто поменяли на какой-то бомжатский форум. Я просто зашел, у меня просто кровь из глаз пошла. Ну как так? Как так можно было сделать? Зачем? Почему вы это сделали? Да, вот особенно только там планшеты, там мобильники вообще забей. Но тут на компе этот снег бывает лагает там через раз. О боже. Графоний-то какой? Ты чё здесь забыл на этом острове? А чё же, а чё в плане жалко денег? Блин, на торренте там куча этих форумов. Причём нормальных там, не особо там дырявых. Не, просто без обид, но просто у них там человек, который занимается форумом, ему там что-то 12 лет, и то есть он думает, что вот, это круто. Ну, блин, ну, о господи, в чем? Ну, не в обиду, конечно, никому, но, блин. Просто иногда вот смотришь такие форумы, просто хочется порыдать. Дежавю, не знаю, я сейчас машину пытаюсь купить. Блин, я не знаю, что на этом острове забыл. Никого нету, ничего не происходит. Дима ушел, и Зоя сейчас свалит. И Фокс еще полчаса будет гореть от этого.
Да господи, в рот мне ноги! А что мне делать? А куда еще им зайти? О, магнитола есть, кстати. Пристегнуй термин. Где-то я это уже видел. В смысле? О, музыка пошла. Оскорбил, надо было въебальником убить. Там с деньгами. 500 баксов. Что, сирена, что ли? Так, как такое RCT? Паша, ж ты мой. Стоп, я вообще-то в Койер Сити. Бип-бип! Ты кто? Будешь гоняться? Чё, зазелся какой-то? Эй! Дяденька! Ну, короче, она куда-то уже уехала. Я без понятия, на какую плантацию. Это, походу, не она. Не знаю, в общем. Мяу. А чё игнорит? Она только что ответила, что на это. Но уехала на плантацию крабить. А потом вернется типа. Стоп. Сад Папай, все, поехали. Да никто Фокса не любит, никому Фокс не нужен. Все. Фокс сам себе друг, товарищ и... И все прочее. Да-да, Дима сразу ливнул, когда понял, что Фокс зашел. Ой. Не, я ж сразу сказал, что вот, вот, короче, на сироке 30 человек онлайн. Сейчас Фокс такой зайдет, и хоп, 5 человек такой. Бегите, Фокс на остров заходит, сваливайте все, паника там, беда, уходим, прячемся там проще, короче. Я ж сразу это сказал. Так что не надо мне тут, Фокс уже знает, Фокс уже прочуханный. Я сижу на Генезис, захожу на сайт их, там хоп, у них там типа 120 человек, надо 130.
Я захожу на Genesis и все, и сразу онлайн пропадает. Так что тут все уже понятно. Хотите избавиться от конкурентного сервака? Заплатите Фоксу, чтобы он туда зашел, и все. Вообще изи. А вон она, походу. Да, все, короче, я нашел. Он нам едет. Мама! Я покушать хочу! Привет! Ну сейчас я папа насобираю, приготовлю тебе. Нифига ты себе. Папу насобираешь! А это кто? Вот, это твой любовник? Нет, это добрый человек, который помог мне доехать и собрать, что я вообще без денег. Так он это, будет тебя за попу трогать? Нет, не будет, не это, не начинай. Ходи тут это. А меня он будет трогать? Тебя тоже не будет трогать, он не такой. Ой, хороший. Ой. Очень что тебе плохо. Не нравится, ты хочешь, чтобы тебя трогали? Ну ладно, да, пойдем найдем, который будет тебя трогать. Да. Ты тачку-то где уже взял? Так меня потрогали и дали машину. Нифига себе ты. Молодец. Спанч Боб. Ты вот гулять одного после этого. А что, не мошел уже? Все, он собак. Да, он что-то это походил. И все, и пошел. Так и мы не поработали. Осталась я без денег, пошла вот заниматься тут. Видишь, еще хорошо, что меня вот как раз гражданин-таксист подкинул. Помочь решил. Что, мне кажется, он гопник люди. Какой-то. Нет. А вообще он на твою попу смотрит, когда ты нагибаешься. Ты смотри, не смотришь. Прям зыркает. Не-не-не-не. Я на грудь смотрю. Тот. А он на попу. Да, действительно, Спанч Боб. Ты ему попу повернись, чтобы лучше смотрелось. Да ты лучше своим Спанч Бобом посмотри, ему по-любому будешь твоя футболка нравится. Да-да-да. Да. Смотри, у него косоглазие уже. На меня смотрит, на тебя смотрит. Правильно. Выбрать не может, с кем поехать. Мы тут, значит, болтали спокойно. Ты пришел тут и начал это поклеп на человека наводить. Спанч Боб извращенец какой-то. Да-да, точно. Он такой. Это ваш друг, да? Это моя мама, ты что? Это мой приемный сын. Да-да. Знаете? Мне 45 лет. Печально. Вот такой вот он. В детстве с ним плохо обходились, а мы потом решили приютить нашу семью. Что тебе, презерватив оставить? Если есть возможность. Да-да-да, все, я тебе. Ты где на задней? Не-не-не, я молчал. Мне это фокусник дал, я сказал это. Буду надувать, это, собачку лепить. Угу. И что, много слепил собачек уже? Да-да-да, с тремя девочками лепил. Им очень понравилось. А что, в чем бы нет? Слушай, ну ты крутой, у меня теперь у тебя тачка есть, здорово. Да-да-да. Ну, блин, это... Где что, давай меняемся тачками, мне желтую, а тебе красную. Он таксист, он не может тебе тачку дать. Так я буду таксистом. Таксистом работать. Ну да. Смотри, он какает, фу. Не, мне кажется, он спортом занимается. Ноги затекли. О, ну правильно, так все время за рулем, естественно, затекли. Позвоночник, все, что хочешь, затечет. Потому что я вас понимаю. Бухай надо больше, чтобы не затекало. Чего у тебя там больше затекало? Не-не-не, я молчал. Так, девушка, я как гляжу, вам больше не нужен, да? Я могу ехать. Да, вы, конечно, езжайте нужен. Спасибо вам большое. Нужен. Сейчас мы его на алименты разведем. Хорошо, я обязательно вам... Запишите у себя. Да, кролики бегают. Покажите мне свой паспорт, чтобы я знала, к кому обращаться. Я номер записал, если что. Все, я поняла. Симпатичные. Приятно познакомиться. Красиво получились на фотографии. У нее муж есть, да?
Нет, у меня мужа, вообще-то я в разводе. Когда а Дима? Ты че? Вообще-то Дима мой брат. Кто? А вот он наш. Ты перепутал. Я говорю, ты в нашей семье вообще все время путаешь всех. Всего хорошего вам. Всего доброго, спасибо еще раз за помощь. Заезжайте еще в гости, она это, замужняя. В разводе. Мам, ну все, я вытащил у него кошелек, как ты сказала. Пока он на грудь твою смотрел. Ну, где-нибудь набрал, нормально? Да-да-да. Там 15 баксов было. И карточка еще. Блин, маловато, конечно. Ладно. Ну чё, мы встретим. Чё, как тебе остров? Да... Да нормально, людей, правда, встречаем мало. Вот, единственный минус. Мы кроме копов, по сути, никого не встречаем. И вот здесь таксисты. Мы встречаем сразу остреливаемо. Как-то это, ну, маловато, но я понимаю, ладно, там, посмотрим, может, побольше народ появится. Ну, так, по целому, интересно. Мне нравится, внешне выглядит здорово, правда, где как бабки зарабатываешь, не совсем поняла. Ну, по привычке, естественно, иду вон руками добывать. Эти папайя. А ты где тачку-то взял? Так это купил, она же дешевая. Ну, я вообще что-то... А, так я, вон, женский... Шмотки пока купила, пока ремкомплекты. Ну, я сейчас с вами бабами, ясно. Сережки там, матрешки. Так а чё, Дима тоже на тачку не хватило, так что не я одна тут. Да он а такой же там. А в каком городе ты покупал? Так вот, вот этом вот. Я на автобусе доехал там это. И купил. А за автобус ты сколько отдал? Так 500. Дорого. Вот, а мы таксисту 2 косаря отдали. Поэтому вас наебали. И не смогли купить. Ну, нас таксист, да, довез там. Он нас развел. А, ладно, фиг с ним. Пешком было бы дешевле. Да понятно. Я сначала тоже думал. Не, я вообще хотел на автобусе прокатиться. Мы прокатимся на автобусе. Да что-то мальчики начали сразу такси вызывать, то все. Слушай, долго добываем. Прикольно, я смотрю, какие-то навыки еще качаются. Говорят, от этого больше, типа, добываешь и, ну, быстрее, в смысле, и больше за большую цену продаешь. Ну, это круто. Да-да, ценник растет. Что-то крафт какой-то. Что-то крафтить можно, какие-то места подходишь, там какие-то самые открываются. Не знаю, вообще ничего не поняла. Но интересно. По крайней мере, я вот пару недель здесь потусуюсь, посмотрю, как оно здесь вообще, что есть. Да ты издеваешься, могу, господи. Что-то денег ему надо создать, это не видно друг друга ни хрена. Я так сильно обычно мне тоже копить. Нет, тут понятно, но я про Тильду. Матильду? Ага. Ты, кстати, рацию-то взял? Зачем? Вот, еще рацию не взял. Я взяла. Я кирпич купил. Кирпичом удобнее бить. Да-да. У нас багажника уже двое там. А что, у тебя багажник в этой тачке открывается, да? Наверное. 3 штуки набрала. От того, что у меня еще еда просто с собой. Не, ну знаешь, кто-то там раз в месяц заходит в Армон, то есть да, в новинку там проще. А для кого-то это там все уже такое заезженное стало. Ой, они что, сбежали что ли? Слушай, может ты их не кормил, и они это... А не, я просто машину перепутал. В другой машине. А, тогда понятно. Еще можешь, знаешь, что сделать, но тебе может это не понравится. Что? Не, не получается. Сейчас, секунду. Ты чё там? Дегустирую кое-что, подожди-ка. А что ты мне пытаешься угнать, что ли? Ой! Нет, оп! Во, всё. Я хотел сделать. А, вот и снова. Возможно. Аккуратней, ноги отдаешь. Да, мы сегодня случайно пельмени зажали машиной. Ну, так получилось. Смотри, какая плантация огромная. Вообще. Кролика видишь? Вижу. Вон они. Не, я вот здесь одного вижу, какого-то кролика. Ты в дорогу только не прыгай за ним. Понятно, что же я. Я же не Алиса. А вдруг? Кролику-то не объяснишь потом. А ты надолго, кстати, играть-то? Ну, в смысле, жить. В смысле, да, сегодня. Черт его знает.
Да мне тут голоса сказали, зайди вот на остров. Захожу тут, вы тут, думаю, сейчас обрадуюсь, и тут Дима свалил уже. Ну, Дима, я не знаю, может, он через пару часиков придет. Ух ты, хрен его знает. Завтра будем опять вечерком. Так нету банда, он же сказал, что денег еще нет. Да, же, наверное, после 8-часовой бури. Я так думаю. А ты сейчас долго тут будешь? Ну, сейчас, да я сейчас думаю, еще, может, часик можно помотаться. Да если найдем чем заняться, можно путешествовать, ну, в смысле, денег пофармить. Может, бабу мне найдем? Ну, это чтоб. Чтоб больше было людей на острове. Ты будешь размножаться, да? Да-да-да, как кролики. Уверен, что это хорошая идея тебе размножаться? Ну, а кому же еще? Я молодой. Че, тупой голос нет? Ну, просто скажите, что не очень голос. Скажешь, что буду школьник отыгрывать, типа, это моя мама, а Дима, типа, папа. То есть старым не надо, да? Молодым надо, старым не надо. Так вон, таксисту звони, размножайтесь. Не, ну я так сразу не могу. Девушка такая, мне там завоевывать надо, все такое. Да я тебя к дереву привяжу и пусть завоевывает. Че с ним взять? Давай богатого мне папу искать, богатого, умного там. Ну, начнем по порядку. Талантливого, харизматичного. Вот. Ну, это вообще, это все по одобрению, конечно, брата. Че, как Дима скажет. Да кто что вот показывал? Он вообще против того, чтобы у меня мужик был, понимаешь? Самого а он ревнует тебя к мужикам, ему тоже мужик нужен. Ему тоже мужик нужен? Я не знаю, надо будет у него спросить. Какой голос? Обычно сейчас что ли? Сейчас буквально пару секунд, я взрывну. Блин, сколько у меня уже этих папаек там? 80. Нет, это не голос Микки Мауса, это голос школьника. Эй, детишки! Да блин, мне воды надо похлебать. И лень идти до этого, до холодильника. Это вообще не особо-то и Микки Маус. Микки Маус более упоротый. Ну, нормально. А потом начинается, что вот, ты под Мэдисона косишь там, под Думика. Начинаешь нормально разговаривать. Сейчас я быстренько тоже отойду. Все, я тут. Я это. Вздремнула? Нет, таксист. Денег прислал. Подарок сделал. Представляешь, какой добрый. Да-да-да, вот когда само собирает, это вообще шикарно. Я вот уже рассказывал, что... Вот что не так давился, там сидишь, видяшку себе смотришь, там, анимешку катаешь. Оно там добывается, ты потом хоп такой, и все, блин. Что-то мне кажется, меня кинули. Немножко. А чё, на всё ушло или чё? Я что-то пропустил? Короче, никто не любит Фокса. Просто без слов кинули. Привет! Ты что, меня кинануть решила?
Нет, я случайно. Я просто поправляла, и меня тут все нафиг вылетело. Ну, бывает. Че, поехали? Да, поехали. Все на борт! Ай. Там одна это не закрылась. Не, это нормально, это чтобы проветривать. Все так и надо, да? Ну ладно, давай, Паш, поехали продавать. Тогда в этот. Я так понимаю, что в магазин Пятерочка, наверное, там продается, а там же типа продуктовый. Не, сейчас палатку поставим, будем продавать. Был бы кому. Сок. Сейчас найдем кого-нибудь. Я там, кстати, кого-то видел, кстати, в городе. Я что-то вообще никого не видел. Серьезно, тут, кроме копов, больше никого не видела. Да все, походу, там это Марь Ивановна толкает. Мне кажется, да, прошу, я просто не видел, скажем, сгустки. Первый день на острове, я без понятия, что можно. В ковале типа все тусуются, да? А здесь как бы не видел я такого прям, что это где-то сидели люди. Ну, может, вечером в ночном клубе, конечно, без понятия. Ну, вот так-то с ним хорошо, что есть ковала. А на остальных островах это с этим печально. Дима тебе передал привет. Привет, пусть заходит. Привет, и сказал, что... Не, он сейчас не может, ему там что-то работает. И сказал, что ты его добавил в Steam, потому что он не знает, как тебя добавить в Steam. Короче, это так. Ты ему сможешь ссылку передать? Ну, ты же у меня тоже в Steam не добавлен. Как я... Ну, я тебе добавлюсь. А, да не проблема. А ты что, его найти не можешь, что ли? Па-па-пам. Дина там. Джеймс Колосима, что? Князь! О боже! Я тебе это в треску скинул. Так, когда я посмотреть-то буду смотреть? Там же надо в крафт-зону ехать, там это смотреть все это. Ладно, я ему ВКонтакте пришлю. Машина, ну езжай, что ты такая? Ой, кажется, медика вижу. Думаешь, куда мы едем? Так это, вон, в лес. Мне этот таксист позвонил, сказал, что, блядь, я в лес отвез. Все на благо Родины. Слушай, там какая-то белая пятна сбоку. Справа. А, там типа снег, все. Да, ну, там снег. Аккуратно, снежок. Ты сейчас камни соберешь. Не-не-не, я их уже собрал. А че водила? Ну че водила, господи, машина. Ну, баба в машине, поэтому медленно. Конечно. Конечно. Баба с воздухом легче. Ты, кстати, можешь рядышком бежать, быстрее будет. Ты, короче, где-то не там свернул. Слушай, да как он до меня вообще доехал-то? Не знаю, я в ту сторону нормально ехал. Сейчас что-то как-то, блин, лесами. А, ты знаешь, кстати, почему? Тут здесь еще килограммы считаются. Вот у тебя же килограмм написано, сколько у тебя всего? Мы считаем вдвоем. Вот. У меня вот 97 килограмм написано. Ты там это не сдохнешь. Чего я? В смысле? Так у меня там это... Папай набрала, все нормально. Нет, ты, по-моему, ни разу не держал в руках 97 килограмма. Я как бы намекну, что это два мешка сахара. Не, ну как бы я знаю. Я не знаю, почему такая система тут. Ну так написано. А у тебя сколько килограмм написано? Ну, это не килограмм, это слотов, типа, считается. 97 слотов у тебя занято. То есть опишется почему-то КГ. Ну, не знаю, так сделали, короче. Ну ладно. Ну, вроде поехали. Тут еще что-то про этот процент пива. Типа, насколько набухался, что ли, не понимаю. Ну да, там этот. Да не, просто как-то по-лужански поехал. Что за ДКЖД? ДКЖД? Я поняла, это концертная площадка. Вы там кого-то слышал? Где? Кто-то бибикал там. Это точно.
Где-то на продаже. Пойдем, вон там пятерочка. Подожди, а там? Я чуть не слышу никого. Ну и хорошо, что никто его не слышит. Так, что-то это, по-моему, не то. Так, Ты голый? Кто голый? Ты? Я одетый, ты че? На тебе прививку. Блин, я 1000 заработал, боже мой. Тоже. Как-то печально все. Не надо чем-то реальным таким заняться. По идее вообще. Он там залежи урана, не то. Соляная шахта. Что за звуки? О, все, теперь ты одетый. Что за звуки такие? Машина. Взрывы у них хоть сейчас какие-то происходят вообще. А, это господи, этот. Наводнение! Наводнение. А, боже, мы все умрем. Или как? Во, выброс! Так, надо ключи. Куда поедем туда? Я вообще знал. Где тут тусуется весь народ? Мне просто секрет. Где они все? Около больницы, что ли? Станция обслуживания авиатранспорта. Но там-то что они все делать будут? Может, там где-то база у кого-то есть? Блин, вообще надо было деньги на счет привезти. Сейчас гопников встретим, перейдем. Посмотри, где здесь это ближайший полицейский участок. Может, к ментам заедем? Пообщаемся с ними? Уже я наобщалась, они вот... Они как липучки. Уже встретили сразу. Я по прямой, мы езжай. Там полиция сейчас вот здесь посмотрим, может кто-то будет. Если нет, дальше еще проезжай. Единственное, что вертолет улетал сюда. Пусто вообще. Ну, значит, дальше. Там полиция сейчас дальше будет. В городе, в конце прямо. Кто-то прыгает. Нам здесь сообщили, кстати, что здесь левостороннее движение. О, кстати, такое время, конечно, ночной клуб ездить. В такое время я бы на улицу не вышел. Ничего ты не понимаешь. Блин, ну бар вообще что-то далеко находится. Мы днём, блин, пока доедем. Сейчас долетим. Что-то ездит. Ну, короче, я их, я не знаю, что там пытается. Кажется, у него встречный вопрос, что ты не хочешь. Сейчас мы гопнем. Надо, и что-то он, кажется, запалил, что мы за ним и едем. Не, ну если он куда-то полетел, значит там что-то есть. Логично. Теперь осталось его догнать. О боже, машина... Давай, 50! 55! Да, это будет проблематично. Мы же другую дачку возьмем. У тебя денег есть много? Не, немного, а сколько надо. Ну, вот я пора тоже. Знаешь, сколько надо? Ну, это 1000 стоит, следующая 3 стоит. А там уже по 30, по 50. Ну, нет, это не надо. А, там, кстати, вон магазин этих грузовиков бы тоже пойдет. На нем лучше пофармить. Подожди, давай зайдем, я хочу посмотреть. Может, возьму себе грузовичок? Можно будет пофармить, хоть скататься нормально. И нужны. Где тут, блин? Да вон там. Тяни ремень. Ну что, короче, на выход. Машина неплохо. Так.
Я что думал, что прям здесь он. Странно что-то. Значит, это странным должен быть. Ау! А где он? Я же увидела где-то. Все, замуровали Тимоны. Что-то какой-то разводило, не знаю. А вот он! Здесь он. Или нет? Прятался. Да-да-да, вот он. Так. Так. 1400. Простой вариант. 1400. 4, да. Фига, сколько мест себе свободно? Так. Багажник сотня. Я хочу вот такую тачку. 150. 200. 150, 60, 30. И за 9 можно взять какой-то... Там багажник объемом 300 будет хотя бы. Уже поформить можно будет сесть. Вот единственное, что тогда денег не хватит на какую-либо лицензию, поэтому придется что-то маленькое брать. Топливо. Топливо нам не нужно. Блин. Что у тебя сколько? Че беда? Мне, короче, по лицензии нужна. Без лицензии не могу ее купить. Мне сейчас надо будет лицензию на грузовик, только потом можно эту штуку приобрести. Поехали лицензию приобретем. Кстати, они где-то рядом должны быть. Да, рядом. Ну да, рядом, в другом конце. 600 метров всего лишь. Куда нам обратно, короче, ехать? Вот там же кто-то есть. Это кого-то видишь вообще? Кого вообще? Я слышу по сигналу, что машина закрывается. Это может ты, нет? И не, еще. Это твои звуки были. Фред Тарова. Это мои звуки из будущего или из прошлого? Не знаю. Недорогая. Фига ты заранее прям это выпрыгивай. Какие-то тормоза такие. Обычно же не работает. Это твои звуки, что ты меня это? Не, там еще кто-то так же открывал-закрывал. Так, 5000 стоит. Стой, мы сегодня смотрели, что-то не 5 было. 5, ЦЦ категория. Где, а какая ц... Ну, С категории там нужна. Вот банкомат, кстати. Точно С, да. А по С1, что за С1? Это, походу, там это, на тяжелые грузовики. На газетку тыкал, там писали С надо. Не смотрела. Я вообще не смотрела. Очистка соли 12 тысяч. Да ну нафиг. И чем тогда заниматься, если там по 15 тысяч лицензия? Это что, пипесики возить там? Права на водный транспорт. Кстати, он полицейский участок. Ну, называется права на кат. Да, блин. Ну, категория. Ой, мне пожрать надо. Категория. Сейчас мне это надо чатик передвинуть немножко, а то я просто, господи, да, вообще ничего не вижу. Ну вот так получше. Ну да, карта такая сильная, ну что поделать. Сейчас посмотрим, какие тут еще права есть. Работмеди. Уметь-то мне сейчас лениво, конечно, кататься. Нард ВС? Знаешь, надо смотреть. Лавка Ашота. Что ты берешь что-нибудь? Я все права взяла. Это мажор. Да. Вот, ищем...
Да, сейчас посмотрю, деньги мне надо, деньги взять на тачку. Все, пойдем теперь купим тачку, на ней хотя бы пофармить можно будет. Ну, ее можно будет в гараж убрать, просто сейчас пофармить, если мы людей найдем вообще. Если они тут бывают. Вот. Да бывает-то бывают, конечно. Я имею в виду, что узнать бы, конечно, где все скопились сейчас. А то я смотрю, конечно, кто-то кого-то гопает. Это я вижу. О, смотри-ка. Чё? Опаньки. В сторону. Там какие-то гопники, по-моему. Абраши, они нас догоняют! Нет! Давай быстрее! Абраши! Спасите кто-нибудь! Ты свои крылья-то раскрыл! Нитро, нитро, все, нитро! Давай срочно в ЗЗ. Ты испугал человека. Ты в курсе, что ты с левой стороны движения? Ну, а что в России? Вот нам говорят здесь, что левой стороны движения. Так, мне в лавку надо. Мы не туда чуть-чуть. Не, мне это надо покушать купить. Давай. Гражданин, куда же вы уезжаете? Что? Что? Какой-то развод вообще. Гражданин уехал без нас. Сейчас мы вас это нагоним. Иди покушать можно-то. А пятерочка? Вау. Вот это у меня это... Ну ты же чем-то питаешься или кем-то? Это пятерочки, в пятерочке еда. Там как раз как Дима продавали. Давай высади меня у грузовиков, я пока буду закупаться, ты покушать хочешь. Давай быстрее, прыгай. Давай, давай. Да я не могу, ты же тачку закрыл. Так открыто ты чё? Нет, закрыто. О, смотри, человек бежит. Ты где? Я сейчас задавлю его. Здравствуй, молодой человек. Здравствуйте. Беги, беги! Беги, брачунь! Серый, клиентский, ну, такое все. Так, пятерочка. Пятерочка. У GPS-трекер есть. Замечательно. Гуано. Я хочу много гуана. Кирка. Один штук. Я что-то мне кажется, надо еще купить вторую кирку. Ремочка. Замечательно. И да будет. Также чиниться надо, короче, на этих. На завесках. Бля, за мной погони. Да, 8 максов банан. Чё-то мне кажется, там мою машину нашли. Машину сейчас пиздят. Чё, реально сейчас машину спиздят, что ли? За косарь, да ну нафиг. Ты это вообще что такое? Куда я попёрся вообще? А вот, короче, газелька, все. Такси, такси! Садись. Не, это, куда-нибудь. Чё, куда тебе? Куда-нибудь. В смысле, куда-нибудь? Куда-нибудь на работу хочу. Хочу работать. А, ну все, поехали, знаешь что? Персики копать. Сейчас, секунду. Мне парень сказал, что... Ну, я... Где больше бабу зарабатывать? Он сказал, банановая плантация. Сейчас, подожди, давай посмотрим, где банановая плантация, поедем ее. Так, подожди, так, я это... вижу... Эй, закрой карту, читай. Чего? Ну, вон, читай, еще не видишь? Не вижу, а что читать надо? Дискотека сейчас будет в ночном клубе Мираж. Северный аэропорт. Все, мы едем на дискотеку. Так, Северный аэропорт. Это же здесь вот. И Северный аэропорт. Ну, вон там... Ты мне скажи, пожалуйста, точно... Давай, хочешь, ты за рулем будешь? Я ни хрена не понимаю, куда ехать. Ну, вон, справа аэропорта, по карте. К
Короче, я вижу аэропорт, но мешки с парашютом, воздушные, что-то там. Ну вот сет аэропорт, нет? Не знаю, это он, нет. Ну поехали туда. На грузовике мы туда не в тем, конечно. Мне кажется, мы не в тот. По-моему, Мираж в другом месте, если честно. Мы сегодня были в Мираже. Это было в другом месте совсем. Сейчас. Ну, товарищ полицейский, можно знать. Вот так лучше. Спасибо, вот так вот? Вот так вот. Пошли, гоп. Подожди, я... Пока на карте посмотрю все-таки, куда нам точно ехать. Товарищ офицер, товарищ офицер! А можно ж, пожалуйста, на секундочку? Кстати, мы походу приехали это. Ну высаживай нас. В смысле? Гражданочка, включите, пожалуйста, фары. Так у нас включено у нас это, невидимые фары. Новые технологии. Гражданин полицейский, а подскажите, пожалуйста, где тут ночной клуб находится? Да, где здесь наркоты можно купить, недорого? Ой, далеко. У нас пользуется... Почему стоим на проезжей части? Так мы медленно просто едем. Мы же, нас же с нами, мы же разговариваем. Так, господа, Фокс и Дежуи, паркуемся и разговариваем. В смысле, ну, Фокс? Что за телепатия? Ладно, мы можем ехать? Фокс, вас я узнаю из тысячи, не переживайте. А можно там мне оружие подержать? Ты косячил, меня за тебя сразу же это, паркуйтесь. Так, да нет, вы... Двигайте дальше, если хотите, но если... Нет, не волнуйся, это мой старый клиент, он любит меня за попу держать. Все, кто направляется на что, это документики, сбор в аэропорту. А где это? В аэропорту, вы можете сказать? Так мы не местные. Сказать, мы же первый раз здесь, мы же не в курсе. Мы нелегалы. Ну, северный аэропорт, который справа от нас, я так понимаю. Что-то я не вижу там миража. Ну, я думаю, вас отвезут на вертолете до клуба. А вы нас отвезете? Ну мы вряд ли, а вот возможно губернатор. Так, как же так? Нет, же полиция ладно, должна нас мы едем туда. Откройте карту, я вам отметил. Там, где аэропорт находится. Как отметили-то? Куда-то не туда отметили. А туда я тоже чуть не вижу. Ну так общая сеть карт. Не-не, внизу отметили. Наблюдаете? Ну, давайте вас так направлю. Сейчас разворачиваетесь. Первый поворот налево. А дайте нам, пожалуйста, оружие, нам страшно без оружия. А, да, конечно, видите, если мой автомат вот берите. Да-да-да, выпусти меня. Давайте, офицер. Гражданин. Что? Значит, ты это потихонечку. За что? Фига, вот... Фига у тебя. Я тебя узнал, вот это, блин, ты мой любимый актер. Конечно. Ага. Ну все, поехали сюда, быстрее. Хорошо лобзаться. Быстрее. Куда спасибо. Нам сейчас? По прямой дальше куда поворачивать? Разворачивайтесь. Первый поворот направо, точнее налево. Затем направо, сейчас ехать. Еще раз налево. Запишите нам на борту, пожалуйста, с автомата. Спасибо. Да. Ну там укусы прочие, короче. А что, не поедете на гей-дискотеку? Вон там вроде кто-то едет, кстати. Да он, короче, паспорт. Ты запомнил, как ехать-то? Я ничего не понял. Я тоже нет. Ну, короче, карту открой, я помните у черных. Да, а, во, все, ну блин, так бы сразу и сказали. Все, я поняла, куда ехать нам. Все нормально сейчас, я довезу нас. Давай вон эту тачку спиздим. Эй, аккуратней. А, мне попить надо, господи, как это закрыть эту вон ее? Извиняюсь, бывает. Просто разворачиваюсь, понимаешь? А мне так. Там ешь, сидишь уже. Я там по пальцы хомячу, бежать хочу. А чё, а кто Губерте? Ну мог бы на карте там метку поставили, там типа портануть на всех. И, а чё я все еще вижу эту штуку Ивана? Ты
типа нам сюда? Только куда конкретно-то? Мне кажется, что я точно не туда заехал, куда надо. Ну, а самолет вижу. Ай-яй-яй-яй-яй! Да, паспорт, похоже, на вечный прилип. Что-то как-то странно. Слушай, как же это паспорт закрыть? Чего? Паспорт закрыть. Чей это? Вот смотри, там какой-то наркоман бегает. Здравствуйте. Вот, здравствуйте, дискотека, да, хотите? Вот, да, мы сюда и ехали, самолет, собственно. Садимся, короче, вообще. Чё, блин, а как же мне быть с моей машиной? Машину эту, пожалуйста, припаркуйся. Машина, да, дай ему, короче, пусть припаркует, он это, парковщик. Какой точно? Парковщик? Все, короче, вот документы, я полицейский, только я буду сегодня диджей. Смеш, а вы еще и диджей, да, диджей полицейских. Да, да, так это конфисковали, а я ее вижу, а вот все. Машину спиздили, мне там пиши. Все, я этого черного запомнил. Я сам полицейский, на Гелендваге, не помнишь, да? Что, прям на этом самолете полетим? Какой-то он странный. Он шумит так громко. А чур я за руль? Я за руль. Ты чё, в натуре не помните такого на Гелендвагене, короче? Какого? На Гелендвагене, парижанка. Слушай, подруга, что-то мне кажется, она сейчас, короче, это... В Тимбухту какого-нибудь везут в рабство. Просто вдвоём вообще, а где ещё люди-то? Кто ещё полетит с нами? Так я говорю, у нас рабство увозят. В Тимбухту. Кто? Ну да, есть такое, а чё, почему бы нет? Вы куда-то мы попали, походу. Я точно документы предаю? В арабские не, страны нет. Да, да, все, ты будешь это... Я думал, что жена олигарха. Он мне это попу показал свою. А, мне документ... Смотри, он вышел от нас. Он убежал нас, остался здесь. Так это все, я за рулем. А-а-а. И все, брат, давай, короче, води в Арабию. Арабам нахуй подаем, короче. О, мы, кстати, вместе сидим. Мы с тобой вместе. Можно я тебя напоследок за грудь потрогаю? Че может, по последней возможности. Давай не собираемся. Понимаешь, я, может, завтра в Жуевных там буду. Че это? Ну, обрежут меня там что-нибудь. Хоть сегодня насажусь. Я хоть в 30 лет потеряю девственность. Я просто так не даю за грудь щупать. Мне там завоевывать надо, что такое, понимаешь, там. Серенады петь. О, твои глаза и грудь тебе великие и могучие. Ну, короче, понимаешь, я только умным и харизматичным могу это дать, и то... У меня IQ такой же большой, как везде. Куда мы полетим-то, кстати, там? Дамы и господа, с вами говорит капитан корабля. Мы вылетаем через 5 минут. Где стюардесса? Я бухать хочу. Стюардессу нам. Босс, вон справа стюардесса, смотри. Как стюардесса? Ты че, папа? Стюардесса. Ты что ли? Понял. В очках сидишь. Регистрация уже закончилась, поэтому ждем, пока закончится посадка, и вылетаем. Отлично. Чё там и тусить вообще мало народу. Ты это взрывчатку приготовила? Да походу за весь день просто народ устал работать. Мы с тобой бездельники, мы только работать вроде собрались, а уже тусоваться едем. Да. Сейчас там это наворуем. Я так не смотрела, куда бы за бананами-то потом ехать надо было. Вы меня не помните, да, короче? Мы? Да, ты кто? Полицейский на Гелендвагене. Каком Гелендвагене? Гелендвагене. Подъезжал сегодня, девочка плохо бил, короче. Ну вот еще пассажиры. Ты слышал, он девочку бил? Нет, в смысле, Фокс, тебя просто не было. Тогда с этим, с братом была, с Димкой. Да, вот, братья, сестру вот. Потеряли, бля. А, да, и он меня потерял. Ты ж какой странный. Он взрыв произошел, он говорит, он типа испугался, пошел меня искать. Добрый день. Он спустя 10 минут только до него дошел, что надо идти меня искать. Короче, он сегодня отжигал. Бентли купили, а красивая, бля. Мы? Да не, мы не покупали. А, господи, медики прилетели, быстрее улетаем. А боже, сейчас крызу поставят.
Дамы и господа, пожалуйста, пристегните свои ремни, мы начинаем взлет. Мы все погибнем! Не психуй. Боже, я не умею летать, я не умею плавать. Гражданечка, успокойтесь свои это... Дайте мне 100 грамм, я успокоюсь. Не знаю, кто он вам. А где стюардессы? Так вон она спереди сидит, справа. Чёрненькая. Вот, вот. Слышь ты, блядь, белый. Кого чёрным назвал? Я сказал, чуть-чуть чернявенькая. Какая у вас полоса странная, заканчивается уже. Ну, мужики, полоса заканчивается, мы все погибнем. Нормально все, мы сейчас вывернем нормально на полосу прямую. Вообще нормально будет, блядь, сорвемся, отвечаю. Ты так ругаешься много. Да-да, как-то он ругать. Да. А имя штурмана можно узнать? Рабочий день закончится, все, можно, я устал вообще. Тут вообще-то дама и маленький ребенок. Полный. Действительно. В общем, дама маленький является. Является. Приборов. Там кажется, кто с другой стороны садится. Включили маячки. Выпустили закрылки. Начинаем взлет. Пристегнулись. Да, полоса божественная. А блонду можно, да, включить? Боже, спасибо. Маленький, не переживай, все будет хорошо. А блонду в натуре можно, да, активировать? Я уже включил свой, не волнуйся, братчик. Послал Аллах. Чего тоже? Бомбу включил. Аля Хокбар. Да, вот, да, да, какая там температура за бортом, шеф? Посмотрим, вылетит. Смотри в окошко. А боже, а боже. Колеса отвалились. Колеса, господи. Чё, куда летим, кстати? Мне прям интересно. Смотрит, здравствуйте. А боже. Какой? Я вижу инопланетян. Двигатель. А вон там этот. Байконур. Ну да, у саботажа хороший РП там. Ну, снайпер раньше там тоже с ним там отыгрывал. А потом что-то они, короче, отошли от этого РП там. Ну, может, это дело, не знаю, что это. В смысле перестал смотреть? А чё, я смотрю в чат. Кстати, саботажа кто-нибудь видел вообще? Чё-то я его давно не видел. Снайпер там в стриме я сегодня смотрел. О боже. Поэтому будем... Мэйдэй. А чё, его вывести вам надо? Скользкая посадка будет. Да чё-то лагает. Влево, давай, ой, право, пилот, мы сейчас летим в Африке. Пилот уже выпрыгнул, вы чё, не видели? Всё, слава богу, посадка завершена. Далее, Хокбар. Блять, подгузник, я не могу. Мне одной рукой проблематично хлопать. Блин, почему подгузники не дают, я немного там. Ой, да я прям на сиденье напрудил. Ну ты вообще. Ты не стыдно, я же тебе подгузник давала, Фокс. Так он уже закончился. Блин. В следующий раз два возьмем. Я твой тоже взял. С вами была авиакомпания Белов. Белофайр, да? Да. О боже, он, кажется, опять взлетает. Спасите кто-нибудь. Что, здесь ничего нельзя там спиздить? Белофлот. Белов бабах. Не, бабаха не было. Это хорошо. Мне кажется, лимузин нашел. Чуть-чуть мой зеленый. Если бы был, то мы бы не говорили. Дабар, нас тоже на чем-нибудь подкинут? Конечно, вот нас ожидают. Так, короче, сейчас выходим, берешь их на пушку, я забираю лимузин.
и сваливаем нафиг. Чё, ты всех ты рассказываешь? Ой, вообще. Ой, малой, с тобой не пойдешь на дело. Чё рассказал? Моё. Давай. Опаньки. Опа, всё. Всё, поехали. Ты их отвлекал? Вы не знаете, куда ехать. Пора. Блин, там, кажется, бензина нету. Иди ко мне, сидись. Я за рулем, вообще. Белов? А, это Белов, господи, я вспомнил, кто такой Белов. Мираж, пожалуйста. А кто это такой без трусов? Подожди, это стриптизер вообще-то. А что он тебя за коленку трогает? Пусть трогает. Ты же женщина незамужняя, почему бы мне не потрогать за коленку? Нельзя. А можно я... Не, его потрогать там можно? Чуть не разбил его, пока ты тут. А что за грузовик? Грузовик с выпивкой. Лучше бы с куртизанками. Кто там такой разговаривает еще? Не-не-не, еще никого нету. У нас тут негр, короче, трогает за попу. А наркотики есть, да? Видели? Что сбивали? Да кто такой? Вообще. Наркотики там имеются, да? Да-да-да, можешь меня нихнуть. Вот. Это, короче, там этот... Чуть нас пивом не пришли. Бывшие лидеры скифов или что там такое. Я не помню, какой-то группировки там скифы, что-то такое. Там вроде, только по-моему. Алкоголь, да? Любилов, ну я сейчас играл в ТС Любилов, Любилов. А что тебе еще надо? Хочешь прикол, он вообще-то админ. То есть ты после рабочего дня решил отдохнуть по полной, да? И завтра на работу не идешь? Я не. Я иду, но я отдыхать буду. На работе? Да. Понятно. Ну вон, да, скифы там. Я же говорю, надо было с ними ехать. Полиция, да? Да-да-да. Так вы и так с полицией. Так они пока доедут. Да-да-да, мы их позвали. Мы их на геймчинку позвали, они скажут, что приедут. Так, или вакин у них нету, только у меня нет. Да никому твой гелик не нужен. Ой, понятно. Дерево в этом выросло, в дороге прям, чуть не врезались. Не-не, эта дорога растет неправильно. Да дорога вросла в дерево, да? Да-да. Дерево неправо. Аляху Акбар! Блин, на той тачке веселее, кстати. Подушки безопасности сработали в виде кустов. В смысле не успел? Пока ты качал Амазинг, у Фокса там уже жопа сгорела из-за местных копов. Я вообще-то там 2 дня провел. Как ты мог не успеть? А мне больше желтый нравится. Она желтая. Да, правда, она лимонная, конечно. Да. Я так знал, что тебе понравится моя маечка. Ну, ты знаешь, как маме угодить? Потому что... Я люблю маму. Надо еще папу нам какого-нибудь найти. Хорошего такого. Так он спереди сидит. О, а вот и медик. О, смотри-ка. Ты думал, куда так медик торопится? На вызов, а он тут уже. Да, вот ты куда торопился. Не хотел нам там. Занимай место! Ухи! Да-да-да, молодец. Что-то я куда-то не туда зашел. Меня это... А, во, спасибо. Спасибо. Всегда, пожалуйста. А где медик? Все нормально. Ищи-то. Хромает чуть-чуть. Вниз все давайте, хорошо. Вниз давайте. Есть? Чё ты там, интересно? Давай это. Так. Лишнего. Твори. Где здесь остальные? Пиво. А все мы, ну все тут. Оп-оп-оп. Гоп-гоп-гоп, стоп. Да? Да-да-да, из 6 контейнеров. Так он музыка-то ещё. Деньги, воздух, выкини, выкини. Деньги, воздух, выкини, выкини. Деньги, воздух, выкини, выкини. Слоем пацаны, всем слоем пацаны. Нас так надолго не хватит, это пора.
когда я пьян, то наблюдай за мной как минимум. Лицо в том моей безбоке становится красным. Многие, кто курят, отмечают. Как тебе что там? Там, кажется, лимузин взорвался. Пошли спасать медика. Че тут? Прям так что. Опа, халява, халява, лутаемся. Ну, я кролика нашел. Кролика нашел? Да, кролика нашел. Запеченного. Акула. Снимай кожу, мне перчатки сделаем. Так, хопов нету? Лутаемся, лутаемся быстрее, ребят. Подошел. А, это такси вообще, кстати, это же такси. Он же пресс-трикер. Кирка. Да себе. Таксист не очень, короче. О, как мы приехали, не палимся. Ля, ля, ля. Офицер, офицер, там безобразие какое-то творится. Вообще безобразие. Разборки в клубах. Что-то у вас тут горит чуть-чуть. Чуть-чуть подгорело. Понятно. А я не сгорю, если подойду поближе. О. А так надо, короче, трикнуть и повесить. Так, значит, поэтому вообще без палева. Не, держи вообще какой-то не очень. Это Лукас. Ну я говорю, там, кто там? Лукас, Фредди, Исламист. Происшествие, культурно отдыхайте. Дежавю. Бибилов, еще что-то разбежались уже там все. Тут опять валяется. У нас кепки есть какие-то валяются. Решили модно одеться, да? Гранат световых. Интересует? Да-да-да, интересует. Для большего эффекта. Да-да-да, я это. Я за фейерверки. У нас тут уже была только что это. Фейерверк, куда тебе еще-то? Интересно. Чтобы где таксистов вы жив остался. Заглядывайте в грузовик, там много чего интересного. Опаньки, там бухой есть. Интересует это гранаты, так сказать. Это пусто, А летак? Для большего эффекта дискотеки. А что есть? А дым есть? Нет, дымов, к сожалению, пока нету. В продаже у нас их хоть. В продаже не завезли пока участок. Да ладно. Говорю, что завезли. Нет, Леха не завез. Сурится. Да сейчас что-нибудь устроим. Так что можем применить, если что. Если нужно. Да можно. Можно было посмотреть чуть-чуть, как это будет. Ну тогда попрошу зайти всех внутрь. И к стеночке встать. И чё за дела, короче? Стеночки встать? Кажется, темнеет. Диджей темнеет. Гражданин диджей. Тут поворот. Это солнечное затмение, короче. Где? Все в укрытии! Диджей, вырубай музыку. Всё, пойдём. Не, диджей какой-то неправильный. Эй. Кто может подхилить? Давай. Только без русского рэпа, пожалуйста, лошами. Давай. Охренеть! О, господи, хорошо, что я уже беру, что надел. Бей всех! Ну, вот копом делать нифига. Я сейчас найду кого, кто кидается. Но у меня уши колбасит из-за этих. Все, я сейчас иду убивать. Веселая штука, веселая. Кто тут хулиганит? Сейчас найду. Сесан, скинь ему ссылку. Синсити это, господи. Да, она тоже получше песенка. Что там, педики приехали наконец-то? Ты
Ну там же в описании сирока есть это. Ну что стало, да? То, что он найдет. Я не... Борис, я не думаю, что он там сироке долго протянул. Давай шериф зажигать. А что это? Нет смысла бегать за Фоксом. Что Фокс сам бегает туда-сюда. Блин, мне бы такую песенку, кстати, неплохая. Если кого интересует, у нас сегодня есть с собой шокотерапия. Очень хорошо дает по голове. Мужики, что за песня, кто знает? Интересует кого шок-терапия? Ну сейчас я быстренько это почекаю. Ну я хочу эту песню найти, блин, у меня прям зацепило что-то. Не то. А хрен ее, наверное, найдешь сейчас, как бы. Лежит. Из шансона нет музыки, да? Какой нафиг шансон, ты че? В смысле какой? Нормальный? Да без понятия, я сомневаюсь, что здесь продвинутая медицина в них. А вас эта медицина, господи. Никому она не нужна, по идее. А не то мне Сазама. Пух, ты как всегда отжигаешь, молодец. А, что? Где? Что? Молодец. Давай, работай. Булочки туда-сюда. Где там белый станец? Так я написал ему, не знаю, сейчас может ответит. Не ответит. Отдохнуть взяли своим двое, все сбаганили бы на первого лица теперь. Как бомж. Меня немножко прикапит, товарищ полиционер. Я не знаю, обращение считаю. Че напрягает? Ну, скорее всего, завтра зайдем к вечеру, там Дима, говорят, потянется к 8. Я там до сих пор не могу беседу смотреть. Как раз пока толстую тебя, я это напрягать не должен. Ну, а чё, вон он там тусуется. У тебя граната горячая там, ЗП-шки. Не, под стволик у меня разряжен. А, ну, мужики, у него разряжен подсоник, держи его, держи! Блять, подмога пришла, свалим, мужики. Валите, ребят. А вон она стоит, что ли? А это кто тогда? Ну что, он же прибежал, что ли? Прямо в темп попадает, а? Я уже сам,
могу. Ну, вообще-то в 8 вечера я уже походу спать буду. Покажи, правда. Господи, Борис, учу тебя, как искать РП сервак. В название пишешь вот так вот. Выбираешь ролеплей. Все. Находишься в Син-Сити. Никогда не ищи по названию, просто вот так пишешь ру в названии. И пишешь, что это. Ролеплей выбираешь. Все. Да, слушай. Вас не звали. Не могу, у вас вроде бы все нормально. Не вижу ничего, никаких ранений. Так, сейчас плюсы лофнуть немножко. Да, отлично, вот она, как все, нафиг. Избрана, ёпта. Все, ребят, короче, песня найдена, вот она. Спасибо, братья. Так, а что я тут делаю-то? Вернись! Ну, блин, ты понимаешь, что у них даже это... Через полчаса все тут по-дурацки реализовано. Что такое все удовольствие? Где моя принцесса? Давай другую музычку. Давай, что меня пускают с первого лица? О, наконец-то, алло. Что за дождь еще? Поймай, крыша протекает. Это кто владелец бара? Протекает, ёпта. С открытым небом. Да не понимаешь, снимайте, вот прям протекает, прям вот в здании. Еще и проводка тут это, вон там. Небезопасно все. Смотри, сильно не машина. Стоп. Пилов разработчик? О боже мой. Здравствуйте, девушка. Что? Эта девушка занята, вставайте в очередь. 500 баксов вне очереди. Добрый вечер. Не база, сирак? Это, вам ничего не болит, ни голова не кружится. Вы хотите после алкоголя. Меня хочу вас полечить. Да он к тебе пристает, откровенно. Так, стоп, ты много получаешь? Меня... Это моя мама, много получаешь? Что? Много получаешь в месяц? Не, я свою работу... Тогда просто следующий. Нам нужны только богатые. А мама? У вас есть сын? Да, вот дядя, мне 49 лет. Маме 15. Приемный. А сколько тогда вашей матери нет? Маме 20, не, 21. Мне намного меньше, да. А как посмотрите тогда мой паспорт, у меня в паспорте все написано. А, у меня он перебился. Покажи. Я ее уматерил. Вот можно установить, а можно уматерить. Просто плохо обращались с ним в прежней семье, вот и взяли его к себе. У нас семья большая. Так кого он там понес? Иди, держи наркомана. Что там взял? Что там? О боже, наркоман упал. Он перелетелся вот сюда, в комнату. Тогда ко мне на процедуры вы не пойдете, да? У меня очень такие, как вам сказать, особые процедуры. Нет, массаж. Когда-нибудь я, конечно, не прощусь, а смотрю, что вы мне можете помочь. Массаж. Ну, сперва мне массаж делаю, а потом я, если что, маме порекомендую. Болит голова, вылечим. Болит. Ну, знаете, голова у меня не болит, но иногда бывают разные недуги. Так что я к вам, возможно, даже обращусь. А еще она пукает часто. Вы главное меня запомните. Все, я запомнила, конечно. Да. Я что материл? Я ее уматерил. Да, то есть, если можно установить, а можно уматерить. Так, граждане, если кому-то плохо становится, у меня там металлетик стоит, дойдите по-быстрому до больнички, я вас подключу. А вы меня потрогаете за попу? Не-не-не. Тогда я не хочу с вами. Если у вас, конечно, она не болит. Плохо? Там плохо. Знаете, главное, что в голове творится.
Да. Надо его растянуть, надо растянуть его, видимо, надо растянуть. Пресса. Так, давайте это. Сейчас, секундочку. О, доживил, привет. Какими судьбами? Привет. Ну, вот, она меня сюда привела на дискотеку. Моя мама. Испания, Вов. Путешествую, вот и брела. Еще не пускали, она сказала, что я тебя проведу. Могу еще подергать. О, там за пипись его дергают. Меня тоже хочешь, чтобы меня подергали. Дайте пройти. Все, нормально. Подергайте меня тоже за пипись. Вам не откажет. Доктор, мне тоже надо за пипись подергать. Все, установили систему, чтобы все стояло хорошо? У меня не стоит. Ты давай, 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 давай. Можно язычком тоже. Офицер, вы видели? Ты этот педофил меня за писью трогает. Арестуйте его. Нет, почему? Да-да-да. Ой, господи, сессия завершена. Мусин, Форест, там, Фредди. Мусин, начальник спецназа. Боже мой. Не, ну почему свой срак не открыть, то есть? Иногда просто, знаешь, заебывает бегать по сервакам. В поисках чего-то такого себе. Тут хоп, ну, окей. О, даже пика тут есть. Ладно, ребят, давайте это... Давайте прощаться, у меня, блин, 3 часа ночи. А всем спасибо. Не забываем подписываться, не забываем донатить. А лучше подписаться и задонатить. Завтра, скорее всего, Диму увидим. С дежави, надеюсь, продолжим. Всем спасибо, всем удачи. Да, вот вам драконов в погоню. Emotion, I like that girl. All I need from you is pure emotion, I like that girl. All I'm giving you is pure.
Все, ребят, всем удачи, увидимся завтра. Ну, что поделать? Так надо.